Здравствуйте! Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru, а также у нас в гостях Владимир. Владимир, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о сегодняшней выставке. Собственно, первый раз участвуем в этом мероприятии. То есть, ну, скажу, что до настоящего момента мы в основном участвовали все-таки в IT-мероприятиях, потому что мы IT-компания, мы занимаемся внедрением, сопровождением 1С и BI. Но, тем не менее, решили попробовать на отраслевой выставке поучаствовать. Почему? Потому что здесь представлены, ну, крупнейшие российские ритейлеры. Я думаю, что потенциально это нам тоже может быть интересно. Тем более, что мы и так работаем там, с рядом крупных ритейлеров. Но, надеюсь, мы здесь найдем новые контакты, новые возможности. Думаю, что это мероприятие достаточно интересное. Ну и радует, что, в принципе, выставки у нас начались, да, потому что долго мы все были на карантине, тем более мероприятие хорошо организовано, видно, что люди вложились, то есть хорошие стенды, интересные достаточно. Так что мероприятие будет всем полезно, всем, наверное, будет интересно. Спасибо большое за ваш ответ и хорошего вам дня. Спасибо. А мы остаемся с вами, retail.ru, не переключайтесь.